Всем привет! Сегодня мы попытаемся достать некроса за 100 яиц. В прошлый раз мы достали его за 4, не, за 5 паков. Посмотрим, какой шанс сегодня у нас на старый Новый год. Так, сущность рыцаря, понятно. Побежали дальше. С Новым годом. Новый год уже прошел. Так, значки почета. Конечно, зря они сюда добавили эти руны воодушевления. Они не особо хорошие. Лучше были бы психощиты. Капитан Дрейк. Восьмая попытка. Супер. Конечно, с топовых героев сегодня у нас тут Некрос. Нету ни Анубиса, ни Стрелка. Единственное, Рино еще есть. Так, Дрейк уже есть. Смотрим дальше. Сто кристаллов. Сто самоцветов. Второй капитан Дрейк, я понял. Я вас понял, сегодня будет куча капитанов. В прошлый раз черепа падали через одного. Так, 300 самиков, 200 кристаллов. Ну, давайте уже что-то интересное. Редкое яйцо. Ну и на этом спасибо. Руна воодушевления. Топовая руна. Не знаю, сколько это надо поиграть, чтобы собрать пятый сет. Так. Еще одна руна. Золотой ключик. Да, конечно, яйца уже давным-давно не те. Фрэнки 1-0. 33 попытки. Неожиданно, неожиданно. Ну-ка, удивите меня. 100 самоцветов. 200 кристаллов. 200 самоцветов. Да не надо мне ваши самоцветы. Дайте некроса. Еще 100 самов. 50 кристаллов. Да. Пока только два героя. Не учитывая повторки Дрейка. Раньше было получше. Но правда, раньше герои падали, начиная с 52-го, где-то 52 яйца надо было разбить. В среднем. 100 самов. 100 самов. Руна воодушевления. Ну, не знаю, не знаю. Хранитель 50 яиц, половинка. Рино, Некрос, Валька, Девы. А еще и одержимый есть. Ну, не знаю, не знаю. Где-то на 60-м должно что-то интересное походу упасть. 100 самов. 200 кристаллов. Ну, Некрос, приди. Сегодня в этих вырастить растения, елочку, и то были получше награды, чем здесь. В принципе, это возможно из-за того, что сегодня топовый базар, поэтому такие тут унылые награды у нас. Так, 300 самов. Ну, давайте уже героя, пора. 70 яиц почти. Ну. Рандом, где ты? Подкинь некроса. Не хватает. Мало.
Да, печаль, печаль. Второй хранитель. Вот вам и рандом. Два хранителя, два Дрейка. Хотя раньше падали все по одному герою. Теперь начали их Валентина. Теперь просто начали их двоить. Вот так вот. Так, одержимый Рину и Некрос. Негрос, приди. Не хочет. Я не знала, что одержимый настолько крутой, Ирину. Хранитель третий. Да, вот так вот, ребята. Поэтому, если вы хотите получить 100% героя, лучше собирать его с базара осколками, чем ловить удачу в яйцах и в остальных акциях. Потому что это будет очень печально. А так у вас останутся и самоцветы, и на прокачку будут они и так. И плюс соберете героя, плюс плюшки нормальные с базара заберете, потому что в этих акциях ловить все печально. Начали давать повторки. Кристаллы. Да, Рино и одержимый даже не упали. Печальненько. Валентина вторая. Вот так вот. Две Вальки, два Капитана Дрейка, три Хранителя. Фрэнки упал. Рино одержимого Некроса мы так и не увидели. Поэтому делайте выводы. Всех со старым Новым годом, прошедшим уже. Всем по Некросу на аккаунт. Но это не точно. Это миф. Потому что этот герой падает, но не всем. Да. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приходите на стримы, лайкайте. У меня веселые стримы начались. Вот такой вот у нас сегодня был дропс яиц. Ну, нехти. Печально. Ну, и так бывает. И это хорошо. Все, всем пока.